С 12 по 19 августа 2016 года в Казани состоится 28-я международная олимпиада школьников по информатике IOI, которая проводится под эгидой ЮНЕСКО с 1989 года и является одним из самых престижных состязаний среди школьников. В олимпиаде примут участие 324 школьника из 88 стран мира. Безусловно, работа такого масштабного соревнования невозможна без помощи волонтеров, поэтому в подготовке и в проведении этого мероприятия примут участие более 250 ребят. Местом подготовки и обучения волонтеров стал IT-лицей Казанского федерального университета. Кандидатам подобрали подходящие позиции, чтобы их знания и навыки соответствовали выполнению порученной работы. Мы разделили их на две группы. Первая группа – это основная, это, конечно же, позиция атташе, которая для них проходит индивидуальное обучение, тренинги, мастер-классы. И волонтеры других позиций, которые это, как, например, волонтеры аэропорта, волонтеры информационного центра, волонтеры, ответственные за зоны питания и многие другие волонтеры, которые отвечают за церемонию открытия, закрытия олимпиады и другие позиции. Поэтому на основании данных позиций была сформирована программа обучения. Волонтеры Международной олимпиады провели увлекательные тренинги на сплочение, интересные мастер-классы и познавательные лекции по этике общения с одаренными школьниками. В этот же день волонтеры прошли аккредитацию. И сегодня, конечно же, выдавали форму. Как вы видите, она достаточно замечательная, удобная. Выдавали как портфели, сумки, дождевики и около 12-11 позиций. Они нам пригодятся и, да, они остаются с нами. Также в качестве поощрения волонтеры получат памятные сувениры и билеты на церемонии открытия и закрытия олимпиады. Международная олимпиада по информатике станет площадкой для обмена опытом, знаниями в IT-сфере, практикой иностранного языка и приобретением новых друзей по всему миру. Регина Фахрутдинова, Роман Самарин, Универньюз.